Могилевские аграрии приступили к уборке второго хлеба. Урожай на треть больше, чем в прошлом году. Шкловский район бьет рекорды по картофелю. В среднем собирают 500 центнеров с гектара и успешно продают на экспорт. Так, в одном из крупнейших картофелеводческих предприятий страны, фермерском хозяйстве «Диана», за рубеж идет 95% урожая. В Россию, Казахстан, Узбекистан, Молдову. Современные хранилища с компьютеризированной системой микроклимата позволяют продавать картошку круглый год. Навигационная система обеспечивает точность движения посевной техники до 2 сантиметров, а опрыскиватели-вездеходы позволяют полоть практически в непроходимых условиях. Это был один из самых сложных лет за последних, может быть, десяток лет, которые мы пережили. Но вместе с тем, тот, кто хорошо работал, кто исполнял полноту технологии, он имел хороший результат, в том числе и мы. В этом году мы, по прогнозу, должны накопать порядка 45 тысяч тонн картофеля. Урожай картофеля ожидается несколько выше, проценту на 10-15, чем в прошлом году. Пока в области убрано около 10% площадей картофеля, часть урожая будет заложена в стабилизационный фонд и на семена. Подрастут в этом году, уверены, и цифры экспорта.